Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Меня скинули до Лиги Мастеров 2 звезды. Так, ну что же, а мы с тобой в противовес этому всему побежим. Побежим, наоборот, будем пытаться заново забраться. Но нам нужна Лига Мастеров и желательно где-то 50-й ранг. Это не меньше, я думаю, уже не надо объяснять для чего. Для того, чтобы завтра, а я больше уверен, что я опять просплю весь день. Да, друзья мои, я вчера, например, лег в 5 или в 6 утра. Знаешь, во сколько я проснулся? В 6 вечера. Сегодня у нас, вот в данный момент, 3 часа ночи на моих часах. 3 часа ночи, 4 час. И теперь подумай сам, да, во сколько я лягу спать. Если я хочу поиграть в черепашки, плюс я хочу поиграть в олухи. Сегодня событие у нас будет. И что? И ну, стримить уже сегодня я не буду, ребята. Я, наверное, поиграю во что я там поиграю? Ну, во что-нибудь, ребят, поиграю на ПК. Блин, слушай, мне не нравится вот это вот. Так и думал. Я так и думал, ребята, что разбомбят. Взял на свою голову дурачков, блин, а. Вот и поплатился за это. Почему, ребята? А потому что Донни слабак. Ну и Зэк тоже слабак. По массовым атакам. Просто фигню сморозили. Они сделали ее, ребят. Но они урона не нанесли достаточного количества, чтобы враг пал. Из таких мощных ребят это у нас вот Армагон, например, да. И можно взять Донателло. Вот они вдвоем раскромсают любого, в принципе. Тут немножко в другом проблема, ребята. Что мы с вами берем двух хаев, а с ними четырех, точнее трех маленьких. А у нас должно быть один хай, четыре маленьких. Для чего? Для того, чтобы нам это быстро все дело проходить. Дело быстро проходить, плюс набирать, естественно, репутацию, то есть на арене. Дальше, выше идти. То есть, а так как мы с тобой такие промахи делаем, такие ошибки нелепые, нам с тобой придется здесь очень долго ковыряться. Так, ну да ладно, давай попробуем Леонардо, например, взять. И Бакстера Стокмана. И против меня, кстати, 70... Блин. У него тоже, я смотрю, ребята, и Бакстер Стокман. И плюс ко всему прочему, тоже Леонардо есть. Но у меня все-таки 100 уровень, а у него там 78 или 79. Мы посмотрим сейчас, кто кого. Ну-ка. Так, этого парня надо вырубать. А то он сейчас опять со своими сюрикенами здесь начнет веселиться. Ну что, ребят, пока идем неплохо, за исключением второго поединка. Так, 50-е место. Что-то мало как-то мы с тобой сиганули. 50-е место всего лишь. Так, ну здесь я возьму, наверное, Маузеров и Супер Шреддера. Почему? Ну, во-первых, ребята, мне вот тот он Микеланджело очень сильно смущает, который стоит 75 уровня. У него не 79-е, но тем не менее... Он может, ребята, выйти из-под контроля и повесить уклонение. А если он повесит уклонение, есть шанс, что наши атаки будут просто промахиваться по противнику. Так что мы делаем вот таким вот образом. И тут уже Супер Шреддер, друзья мои, добивает. А, был вопрос, я помню, от подписчика. Какой, Рэй, у тебя любимый Шреддер? Вот этот Супер Шреддер у меня считается одним из любимых персонажей. Если брать именно из Шреддеров. Их здесь сколько? Трое, по-моему. Вот, это-то для меня. И не то, что, ребята, он такой, как бы, слишком сильный или еще что-то. Нет, просто он на самом деле прикольный. Прикольный и мощный. Ну и визуально он мне больше нравится, чем все остальные. Такс. Такс. А ну-ка, давай, Лапекс. Она, кстати, дала возможность сразу же двойную атаку кому-то там. А, нет, у нее ее двойная атака. У нее двойная. В плане? Твою налево, ребята. Пит-то с какого перепуга пошел? Я что-то не понял. Друзья мои, Пит с какого перепуга побежал в атаку? Офигеть. Я думал, у меня после Алапекс будет ходить Макмен, потом сразу же, например, Рафаэль, а у меня вышло все наоборот. Я бы даже сказал, не то, что наоборот, а у меня вообще нифига там не вышло.
Ты представляешь? Ну ты же видел. Только я одного не понял. С какого перепуга Пит пошел следующим? У него что, такая офигенная инициатива? Ну, здесь ладно, здесь я соглашусь, здесь Микеланджело. Кстати, надо, ребят, нам здесь кого-то ложить, и желательно срочно. Угу. Ой-о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 й, ребята, это... Это как... Это какой-то тотальный крах. Это что сегодня у меня за игра получается, а, друзья? Это что за игра сегодня получается? Тотальные фейлы, ты прикинь, Крэнк. Ну ладно, хоть Крэнк ударил, но Ванька-то твою налево. Мы сейчас с тобой... Одну ступеньку. Мы с тобой... Блин, это самая наихудшая игра, друзья мои. Это самая наихудшая игра за... За год, наверное, я бы сказал бы. Это что такое тут творится, а? Это как они меня, блин, разматывают здесь вообще по полной программе. Офигеть. А знаешь почему? Потому что я уже расслабился. Я уже, знаешь, типа тут царек в этой игре. И думаю, что меня уже здесь не победить. Ну, видишь, как поставили, грубо говоря, на место. Чтобы не зазнавался, чтобы не думал, что ты тут супер-пупер. Как говорится, супер-пупер герой, блин. Нет. Дырка от бублика, ты вот кто. Просто взяли и наказали. Да перестраховался. Точнее, даже я не перестраховался. Я заведомо брал, ребята, таких персонажей, которые сами по себе очень медлительные. Очень, ребят, медлительные. Но думал, что они, как бы тебе сказать, выживут. То есть по инициативе. Угу. Фигово. Да, ребята. Это просто столько слива у нас получилось. Я бы уже давным-давно был бы в Лиге Мастеров. Ну, в Лиге Мастеров в 3 звезды. Уже давным-давно бы был. А я тут еще до сих пор, ребята, ковыряюсь, как навозный червь. Офигеть. Я думаю, сейчас только, наверное, 15-18 место получим. 14-е. Плюс еще один поединок надо будет сыграть. Потому что после этого мы вряд ли с тобой, опять же, переведемся в платиновый ранг. Ну и в платиновый ранг уже, о чем уже говорю. В этот в Лигу Мастеров в 3 звезды вряд ли. Ну как бы сейчас перейдем. Может быть позицию 5-ю, 3-ю возьмем. Потом еще поединок мы с тобой уже перейдем в Лигу Мастеров в 3 звезды. Блин, подожди, тут надо. Давай, наверное, сюда бомбанем. Крик души. Ядрен матрен. А, ну он в инвиз уходит, это хорошо, ребят. Я думал, сейчас что-нибудь лупит. Но нет. Так, это не жилец, и здесь тоже не жилец. Сейчас посмотрим. Ну, 14 ступенек явно мы с тобой не возьмем. Ну, просто по приори не получится взять. Мы берем. Ну вот, 4-я позиция. Это да, это я, ребят, как бы согласен. Ну что же, давай дальше тогда. У нас тут, ага. Ну, Майк, ребята, на 79 уровне. Это зло. Это бомбическое зло. Поэтому я здесь взял Армагона, и я же здесь взял наших кроликов. И я думаю, что они справятся. Тут главное, ребята, уронить Майки, чтобы он упал первым. Если он выживет, ну, будет неприятность. Солидно. Блин, ну как же так? Три поединка сфейлил, ёпрасоте. Три. Нежданчик какой-то просто. Это я вот только в Лигу Мастеров 3 звезды попытаю. Но не забывай, ребят, что нам нужно 50-е место. Почему? Вот сегодня у нас воскресенье уже наступило, да? А завтра у нас уже будет, ребята, понедельник. Вот, а в понедельник... Так, ну, наверное, мне придется все-таки взять еще один откат. А в понедельник у нас будет буст. Я не знаю, если я войду в режим... Меня этот больничный, ребята, вообще из колеи выбил. Я теперь днем сплю, ночью... Да ладно бы, если бы я ночью дринкал. Я ночью в основном сижу, либо готовлю, либо телек смотрю.
Потому что играть ночью, ну, как-то особо неохота. Я бы постримил, но, видишь, дело в том, что стримить ты начнешь, а народу-то нету. Для кого ты будешь стрим-то проводить? Не для кого. Вот. А вот постримить ночью, да, хорошо. Как бы, знаешь, тихо, спокойно. Тепло, как говорится, сухо, и мухи не кусает. Так, ну давай тогда мы, наверное, выполним с тобой задание. Для чего, ребят? Чтобы нам получить 5 откатов. Потому что они у меня закончились. Пойдем, мы пройдем сейчас серию испытаний. Но сделаем миссию в плане. Да что ты делаешь, Рэй? Ну, совсем же. Совсем же начинаю тупить. Так, ну это и команда, где, ребят, на изи. Проще парень на репы справиться с этими хламонами. На втором канале, кстати, очень много, ребята, новых игр выпустил для обзора. Так что можете заходить и смотреть. Ну, я имею в виду канал, посвященный ПК-играм. Ray Play Games. Так, давай так сделаем. Тыдыч. Нормально. Так, сейчас пойдем, что еще нам надо. А, кстати, уровень глянем. Нам надо было прокачать у Рафаэля, если я не ошибаюсь, скин. Ой, скин, скилл. Способность, да? Там нужно было 12 тысяч мутаген, а у нас с тобой 19 тысяч мутаген. То есть, ну, хватает. То есть, нам с тобой хватает. Ладно, давай еще здесь заберем. Погнали. Так, где у нас? А вот он, наш Рафик. Улучшаем, друзья мои, до 6-й ступени. До предпоследней, получается. Так, здесь фонари вот эти вот нужны. 6 штук. Раз. Два. Раз, два. Три. Три, я сказал, блин, ну. Ты серьезно? Три, так, четыре. Пять и последний, пожалуйста, фонарик давай мне. Нет, говорю, фонарик мне последний. Мутаген, конечно, хорошо, вот он. Так, дальше что? Фига, у нас можно на 7-ю ступень. Дальше у нас, друзья мои, идет... А, 8 ящиков с инструментами. Это вообще кайф. Ящики с инструментами у нас выпадают довольно легко. Так, это второй был. А, третий, я смотрю, что он там. А, я боюсь, не хватит на спицы. Так, это был четвертый, сейчас пятый. Шестой, седьмой и последний. Восьмой. 8 ящиков, ребят, да? 8 из 8. Оп. Прекрасно, друзья мои, до 3-й ступени. Так, ну это уже потом придется. В следующий. Так, 4 уровня нам нужно будет на Рафаэля, чтобы он прокачался в сотку. Так, поднять уровень. Блин, подожди, поднять уровень. А нам же все равно надо поднимать уровень персонажа. Ёк-макарёк. Тогда придется кого-то из слабеньких самых таких. Самый слабенький — это у меня Рокстеди. Вот это получается, да? И хорошо, что на него хотя бы хватило мутагены для повышения. Так, друзья мои, и вот они, 5 наших телепортов. Но прежде чем я пойду туда, я еще, ребята, пойду сбегаю в испытание. Сам понимаешь, зачем. Попробую нафармить хотя бы одно эксперт-снаряжение, ребята, это уже хорошо. Но они начинают, смотри, что делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть, спасибо большое. Ну что, попробуем здесь. Вдруг повезет. Так, катушка с пленкой. Жетоны. И последняя попытка. Жетоны. Видишь, я говорю, ребята, жалко, что жетоны, вот эти вот ресурсы, да, типа жетонов, сюрикенов, обменять ни на что нельзя. Если бы их можно было бы обменять, сейчас было бы намного круче. Эти ресурсы бы хотя бы... Я даже 100 к 1 бы менял бы. И то был бы уже какой-то плюс. Понимаешь, да? Ну что, берем Ромагона. Берем, опять же, кроликов. Я представляю, друзья мои, как тяжело играть. Вот, например, если у кого-то нету топовой такой имбы. Типа Ромагона, Супер Шреда, Усаги. Как тяжело выступать на более высоких рангах на лиге. Потому что 70-никами, да, 60-никами ты не пройдешь.
Какие бы, сколько бы их у тебя не было, каких бы именно героев не было, ты не пройдешь. Здесь нужны именно топовые бойцы, и именно, чтобы у них были массовые атаки. Потому что, ну, другого выбора у тебя не будет. И шанса у тебя другого не будет. И проходить ты замучишься вот эти всякие испытания, и на осколки зарабатывать. Так что, друзья мои, лучше, вот если есть возможность качать какого-то крутого элитного персонажа, даже не задумайтесь, сразу берите и прокачивайте его. Вот. Если у вас есть, например, там больше всего на него осколки. Ну, у меня поначалу, ребят, получалось все намного хуже. У меня, по-моему, Рафаэль прокачался быстрее. Я имею в виду Рафаэль, который берет провокацию, он прокачался в два раза быстрее, чем тот же самый Леонардо. Хотя Леонардо, по приори, ребята, дается самым первым персонажем в игре. Ты начинаешь за него играть. По идее, казалось бы, он должен у тебя прокачаться, хрен знает как. Очень быстро, но не тут-то было. Но не тут-то было. У меня прокачался почему-то быстро Рафаэль. Но опять же, все выходит на рандоме, ребята. Если какие-то у тебя карточки выпадают больше, например, на определенном персонаже, соответственно, этот персонаж у тебя быстрее будет прокачиваться. Я просто пренебрегал вот именно смятением из другого измерения. Если бы я играл бы там почаще в него, так что там, то, скорее всего, у меня бы черепашки были бы уже давным-давно. Большинство из них открыто. А я, видишь, я почему-то туда не ходил. Что-то боялся или лень было. А там ты сам видишь, когда сундуки открываешь, там награды-то шикарные. То есть черепашки там прокачиваются на ура, причем практически всех классов. Все. Это, ребята, по-моему, был у нас последний поединок. Из-за того, что больше у нас нет откатов. Да и, в принципе, как бы больше и не надо. Полтинничек мы свой заберем, да? Почти полтинничек. У нас еще завтра, не забывай, день. Ну, точнее, сегодня день будет. Я еще сегодня, ребят, поиграю. Вот, а на сегодня буду закругляться и пойду, пожалуй, в Драконы Всадники Олуха. А вам удачи и до новых скорых видосиков.